Сегодня стало известно о новой инициативе Министерства внутренних дел России. В ведомстве предложили конфисковывать машины у водителей, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщили в ТАСС, соответствующее предложение уже направлено в правительство. Его хотят закрепить уже на законодательном уровне. Ранее, напомню, глава Министерства внутренних дел заявил, что МВД готовит ряд серьезных предложений, направленных на снижение смертности на дорогах.